Лада 10 модели перевернулась на крышу после столкновения с автомобилем Chevrolet Lachite сегодня днем на улице Меридианы. Как рассказал водитель отечественного автомобиля, он повернул с проспекта Ямашева и планировал ехать прямо. Но задуманному помешал водитель Chevrolet, который по предварительной версии не пропустил десятку, которая после столкновения и оказалась на крыше. В результате аварии никто не пострадал, свою вину владелец иномарки полностью признал.